И всем привет! И у нас есть Урса, и есть Урса Медивак. Итак, это довольно-таки правда, на мой взгляд, интересный транспорт. И его бы я советовал, честно, брать многим. А в идеале все-таки не за реальные деньги, а через какое-то время за игровые деньги. Потому что наземная техника всегда стоит дешево. Итак, есть сама Урса, и на ее базе сделали медицинский транспорт. Отличия, по сути, практически мало визуально, ну, кроме как красненькой краски. Та же самая турель с двумя пушками первого размера, один кулер, пауэрплант и щит нулевого размера. Такие же колеса, как бы все то же самое, двери те же самые. Но есть некоторые отличия, и не только внутри. Медивак более бронированный. Да, у него больше хитпоинтов, чем у Урсы. Но ясно дело, то, что он весит больше, он, ясно дело, медленнее едет. Хотя, честно, скорости здесь, ну, за уши хватает. А, да, это не гоночный корабль, но, поверьте, едет все равно шустро. И это медицинский, как я говорил. То есть притащить вашего коллегу мультитулом за шкирку, вы раненые и так далее, как бы спокойно дошли, плюхнулись вот сюда. Сразу. У меня жизни, вода, еда. Это все восполняется. Это очень удобно таскать с собой такой транспорт. Честно. Потому что машинка маленькая. А во фрилансере, стелы, там, геркулесы, во многие корабли эта машинка влезет. В которых нету медкровати. Вам ничего не мешает ее с собой возить. Халявное место такой лечилки. И самое главное, если вы любите FPS составляющую, там, ходить по пещерам, по бункерам, по ванпостам, там, рейдовые сейчас места добавили, эта машина, правда, заиграет. Поэтому я ее рекомендую. $55 за реал, 60 за стор кредиты. И самое интересное, патч 3.23, я не знаю, временно, не временно, нам добавили регенерацию на эти койки. То есть, да, все койки, весь транспорт с кроватями. Здесь кровать третьего размера. Она не все лечит. Но она служит точком респа. Респа. Да, если мы умерли на расстоянии 20 километров от этой Урсы, мы в ней воскреснем. Если брать более мощные корабли, где стоит кроватка Тир 2, то там можно умирать на расстоянии до 50 километров. Итак, как здесь все, что работает? Здесь есть, ясно дело, место для вашего пистолета, медицинского пистолетика, для нормального вооружения. Помыть руки, может быть, сюда что-то еще когда-то напихают. Вон, руки продезинфицировать. Огнетушитель. Со следующего патча огнетушители будут работать. Все, тут ничего больше не пожмякай, да? Кнопка входа-выхода вот здесь, вот наверху. Рампа больше, кстати говоря, чем у этой Урсы. Как бы здесь такая, здесь побольше. Сделано для удобства затаскивать кого-нибудь. И, кстати говоря, когда вы затащите кого-нибудь, а он в отключке, подходите сюда и через администрирование вы можете управлять как бы всеми воскрешалками, кто здесь прописался, кого-то вылечить и так далее. А отпусти меня. То есть даже без сознанки чувака сюда можно закинуть. Это очень удобно. Интересные заглушки вот здесь вот. Когда-то здесь кто-то будет храниться. Когда и что, это уже другой вопрос, но как оно есть. А далее, место для того, кто будет вам помогать. Спереди два места. Кто сидит на турельке, либо просто сидит, и кто водит, ясно дело. И сами компоненты. Как обычно, все это открывается. Дофига обычного места. То же самое, как и на Урсе, на Линксе и так далее. Итак, мы... Вот. Пациент. Заметьте, ребят, пациент. Что самое интересное. Инвентарь, сторидж, хранилище у пациента и у нас. Хотя пациент, пациент. Но это, блин, не пациент, пациент. Это как бы экипаж и пациент.
Почему так запихали? Я не знаю. Хотя, вот, я себя все снял. Я вышел из машинки. Я нафиг замерзаю. И я немножечко... Ха! Вот это поза, слушай. Вот это поза. Очень странно двинул копыта. И вуаля. Повторим наши приключения. Повторим. Примерно с таким девизом Циги выпустили сам ролик по медиваку. Давай, Давай, Эй. И что? Циги, я как бы хоп, и я как бы вот. И вот он я, и вот он я, и вот два меня, и вот он я, и там вот я, и вот и мы лежим. А есть минус в таком воскрешении такой кроватки, ребят, очень сильный. Если в вашей кровати прописалось несколько человек, и они одновременно все двинули копыта, ну, давай, не стесняйся, то вы одновременно можете появиться здесь. Либо иногда бывает, что сначала встал первый, потом второй, и вот как у меня будет тупо черный экран. Как бы вот так вот. Итого, машина... Правда, хорошая. Можно ее с собой спокойно возить по любым FPS-составляющим. Пещеры, аванпосты, там что-то исследовать. И вы всегда сможете на ней воскреситься. Несмотря на то, что в вашем корабле такой койки нету. Поэтому на данный момент, пока особенно воскрешалка работает, да и даже когда воскрешалки не будет, лишний раз халявное место иметь, которое пополнит воды, еды, вылечит вас от легких повреждений. Это ключевой момент, ребята. Легкие повреждения. Эта машина топ. Хотя, если вы словите тяжелые повреждения, вы дошли, скинули вещи, как я, backspace, и вуаля, вы новенький, опять здесь лежите. Но я вам такое не говорил. Как бы жизнь надо ценить, и все в таком же духе. Но, да, честно, я считаю, что эта машинка, правда, довольно-таки хорошая и интересная. Все, ребят, лайки, подписки, не делайте, как я здесь делал, цените свои жизни. Все, лайки, подписки, пока-пока.